2 марта в Нижнем Тагиле пройдет трезвеннический слет «Современный значит трезвый». Организаторы приглашают тех, кто выбирает трезвый образ жизни. Очень ярко сейчас вот эта проблема стоит, откуда у нас вообще, в принципе, берется алкоголизм, наркомания или еще что-то. То, что люди, как бы они, в принципе, у нас сейчас очень замкнуты, одинокие в интернете, у себя где-то там. И вот, мне кажется, им не хватает вот этого всего. Яркости жизни, общения, какого-то вот такого служения, и не хватает радости. Не хватает радости, и человек тогда, когда ему не хватает радости, он начинает эту радость искать там, где умеет, и то, что ему предлагают. А предлагают нам алкоголь, наркотики. Во Дворце национальных культур гостям покажут детский спектакль «Я вижу свет», а потом поговорят на тему «Современный христианин. Кто он?». Затем перед участниками слета выступит православный хор при храме святителя Николая Чудотворца. Закончится слет совместным чаепитием.